принимаем в работу новый Zikr 009. На нем еще даже нету номеров. И вот наш эксперт проверяет состояние автомобиля, чтобы не было никаких ссадин, сколов. Снаружи он уже проверил. Сейчас он осуществляет проверку изнутри. В машине будет переделываться салон полностью. Представляете? Вот в этой красоте задний ряд, третий ряд будет убран. Второй ряд переместится назад. Борта будут переделаны. И вот здесь появится перегородка с телевизором. Может быть, какие-то комплектации будут с телевизором, какие-то будет просто стекло. Но так или иначе, мы запускаем этот проект в работу. И вот уже Voya Dream у нас в работе. Посмотрите, что мы тут сделали. Вот эти вот точки, это точки, на которые ориентируется вот этот сканер. И с помощью специального программного обеспечения все габаритные размеры попадают в компьютер. И потом с помощью специальных программ мы будем делать виртуальный салон. Вот посмотрите, какой он сейчас красивый. Сейчас мы сканируем борта, а потом будем сканировать крышу, двери, все элементы, которые, вот даже стекла, и даже их мы будем сканировать для того, чтобы у нас была полная виртуальная модель этого транспортного средства. Пришел черед и следующей стороны. Смотрите, здесь все то же самое, та же самая технология. Продолжаем сканирование и разобираем борта для того, чтобы просканировать все до металла.